Я рада приветствовать на нашей самой нежной, самой трогательной, наверное, самой очаровательной и милой премии «Мама года». «Мама года» 2017 по версии журнала «Мода». Мы ей придали благотворительный характер. Как вы уже успели заметить. Тем более, что это моя подруга, очень талантливая певица, обладательница замечательного, потрясающего, я бы сказал, голоса. Приятно сегодня здесь присутствовать. Спасибо большое, спасибо, Оксана. Мне кажется, здесь каждая мама, которая здесь собралась, мы все мамы, мы все творческие, даже если не все из нас поют. Поэтому спасибо большое, очень приятно. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо с такой нежностью. Фанаты «Спартака» поют эту песню, что заслушаешься иногда. Но это отступление от темы. Конечно, я всех мам поздравляю с тем, что мы мамы. В первую очередь, это самая главная профессия, это самая главная наша миссия в жизни. Это большое счастье. Поздравляю вас всех. Они все настолько активны, они все настолько крутые, классные, красивые, невероятные. Поэтому я думаю, что это такой собирательный. Мы все такие активные мамы. Быть востребованными, любимыми и знаменитыми. Мне кажется, это заслуживает как минимум аплодисментов всем присутствующим.